Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, здорово. Привет, папа. Ты здесь что делаешь? Вот так получилось. Ну, ясное дело. Но вы все равно представьтесь. Меня зовут Инга, очень приятно. Добрый день. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте. Лепс. Инга Лепс. Это тебе так кажется, у тебя Лепсверидзе. Как вы так рискнули? Честно, плохо. Плохо? Да. В одном месте было очень плохо. Нет, неправда, неправда, я не соглашусь. Во всех остальных местах было ничего более-менее. Под конец что-то ты... Плохо, да? Плохо спела, да. Ну так, в общем-то, и волновалась, очень волновалась. Ничего страшного. Григорьевич, я тут тоже наставничаю. Вы сейчас тут отцовствуете, а я просто наставничаю. У меня положение лучше. Инга, да. У вас очень-очень красивый тембр. Очень... Спасибо. Спасибо. Это правда. Очень самобытный. Вы нашли свои крючки. Там есть и йодли, какие-то ирландские мотивы. Я для себя это услышала. Мне и очень ирландцы, я тебе скажу. Да, мне правда очень понравилось. Спасибо. Но... Спасибо. Я была готова нажать в самом начале кнопку, присела к ней, и потом вас понесло в другие тональности. Просто было серьезно рядом. Да, да, да. Ну вот. Вот, есть надо, такое. Надо работать, надо заниматься. Это не страшно, но среди всех участников тут такая сила. Да. Вы не представляете, как нам тяжело, что мы переживаем, правда. Я вижу. Спасибо большое. У вас действительно интересный очень тембр. И он, наверное, даже граничит по своей интересности вот со странами, например. С внешностью. Да, со странами такими, как, знаете, Бразилия, да, где можно завышать, что-то рядом с Ирландией, занижать. Недалеко. Да, и тембр очень... Вы знаете, у вас были какие-то все-таки недочеты в смысле тона, да? Да. Но это вот в стиле было. И даже вот это завышение слегка, и слегка занижение, это было в принципе, знаете, как бы очень аутентично тембру вашему, правда? А что касаемо все-таки вот этой длинной ноты, вот на ней вы все-таки единственные съехали. А так, в принципе, все было очень даже, знаете, в ключе. Цельно. Да. Спасибо большое. А я, как сам отец дочерей, хочу сказать, что папа поздравляю. Дочь совершенно красавица, умница, очень спасибо, приятная. Спасибо. Очень приятная молодая женщина. И в конце действительно было много фальшивых нот, к сожалению. Вот, а тембр голоса действительно красивый. И видно, что с музыкой имеете дело, и есть талант, и все. В первый раз пою на сцене. Нет, дело не в этом. Да в принципе, что? Любите первый музыку. Раз в жизни пою на сцене. Перед публикой первый раз в жизни. Поэтому, я знаю, что вы художник вроде. Поэтому, вас поздравляем сразу с большой сцены. Поэтому и ошибались, потому что нет опыта. Конечно. Именно работы. Ну, профессионального. Годик надо поработать еще с нужными людьми. А там будет видно. А пока действительно рановато. В следующий раз. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.